Всем доброе утро. Мы на озере Дюбилейном, как говорит мой Адриан. И соревнование, открытие сезона. Осенний фидер. Тут у нас много юниоров, молодых рыбачков. И взрослых тоже много. Погодняк сегодня будет классный. Жеребьевка. Лихович Валентин. Ну давай, краешек. Оп. Он убежал. 18. Мы на месте. Я завез Костю. Сейчас юниорами займемся. И разъезд по секторам. Эй. Зашли в зону. Собираемся. Антоха почти в краю. Я когда-то вот в этом секторе выиграл осенний фидер. Самый первый, наверное, из осенних. Под этим грибком есть видео даже. У нас по соседству тоже юниоры. Вот смотрите, какая красота. Вся связана поводочница. По 10 крючков. Красавчик. Стартовый закорм. Кормим 60 метров. Против солнца ни черта не видно. Хорошо. Ой. Выдергивай вверху. Вверху криво попал очень сильно. К соседу в сектор. Солнце светит, но не греет. Здесь у нас дамба. Речка Лососянка убегает и где-то там впадает в Неман. А здесь сбоку впадает в нее Татарка. И вот мы находимся на, ну как бы в городской черте, и обе речки форелевые. И Уропа. По рыбалке лучше всего ловят где-то вот 4, 5, 6 от дамбы сектора, вот эти серединка. Там дальше более мелководные не ловят. Здесь ловят крайние. Тот край, где мы сидим, не очень. Но Антоха мелочь с подножкой лупает. Штучек там 12-13 уже поймал. У нас бонус. Захар, давай. Не видно даже. Ух, какой подлещик. Молоток, красава. Красава, красиво водил. Началось взвешивание у Женьки в краю. 900. Сейчас Антоху взвесим. Дядя этот был. Проверь, растяни. Вата. 580. Перестала под конец клевать. Выпускай сразу. Наверное, лучше всех из юниоров Захар отжег 1,5 килограмма в краю возле дамбы с бонусом. Санька моложе даже Антона на год. 12 лет, первое соревнование. И Антоху, видимо, обловил даже сам. Листиков накидал. Вот. 580. О, как Антон.